Всем привет, ребята, с вами я, Кирилл, и сегодня мы играем в «Привет соседам». Первый акт. Или акт первый. Сейчас нас покажут, да? Тихо. Я сделаю вам погромче, чтобы вы слышали. Он так бежит, как будто сейчас упадет. О! Я теперь могу играть так. Так, знаю, кое-что тут знаю. Это за вот этим домом или за вот этим? Дальше домом. Мне просто к привет соседу не надо идти. Просто там раньше был такой красный знак восклицательный. А, вот! Это... Как это? Я не мог раньше до него дойти. Что это? И не рот не закрывается. Что там? Сэр, что там с тобой? Что, споткнулся бы что-то? У меня то же самое, ребята, у меня то же самое, кот на меня нападает. Юху, я подкрадусь, посмотрю, что он делает. Я киборг-убийца, тра-ля-ля. Киборг-убийца, тра-ля-ля, я не могу двигаться. Это было запланировано, да? Это ж так. А, ну да, тут даже мультфильм есть. Я даже попробую пройти этот акт за один раз. Ни разу не умираю. Внутрь нам не надо. Это я так вам сразу говорю. Нам понадобится мусорный бак. Блин, мухи. Блин, я хочу выключить звук, но ради вас, подписчики, не могу это сделать. Могу тут, конечно, перелететь. Блин, надо мусорное ведро это забрать. Блин. Ну, косилка, иди сюда. Нереально прилетишься. Итак, ребята, за один раз, мне кажется, я не пройду это так-то, потому что я, подвал пройти нелегко, для меня это супер легко будет, подвал пройти, так, конечно, каждый может подвал пройти. Мне понадобится два мусора, не только мусорная косилка. Ой. Что ты, зайди обратно в дом, я тебе мусорный пакет в окно сейчас кину. Ой. А, помните этот бак с мусорным ящиком? Блин, положи его. Блин, куда ты? Ладно, есть новый. Сейчас я вам покажу, надо его покласть на дорогу. Начать как-то вот так вот прыгать. Можно так мусорный ящик отпульнуть, либо себя отпульнуть. Сейчас покажу, как это работает. Мы ставим ящик, и он от нас улетает, не знаю почему. Уйди, мне ты мешаешь. Так, на самом деле это надо с разгоном. Видите? Видите, как можно далеко летать?
что там лечит. Блин, привык как бегать в это. Да что это? Там невидимое. Это не я. Сосед, это не я. Кстати, можно встать на мусорный ящик. Взять его. Ладно, попробуем. Мой лайфхак. Соседушка. Соседушка, мой дедушка. Ой-ой. Не дай бог сейчас через окно. Пока что он меня ни разу не поймал. Вы заметили это? Вы заметили это? Все, он в доме? Где вот? Закрой окно. Ставим газонокосилки и погнали. Он на входе, он на входе, он на входе. Не подведи меня. Есть. Nobody will stop me, go right away. Ай, больно. Тут мы в безопасности, можем шуметь. Где, куда этот? Шнур ведет, вот так вот идет. А, включает вентилятор. Но нам этот шнур не нужен, да, ребята? Так, кстати, мусорное ведро. Так, ключ нам больше не понадобится. Нам понадобится ключ. Он пошел. Шо? Да. Она левитирует. Ладно, ребята. Конец всего откуда. О, можно открыть. Убираем магнит. Если я сейчас не запрыгну, это фиаско. Я как настоящий, я умею. Покажу вам. Вот он находится ключ, и вот так вот. Во, вот так вот. Это что открывает? Вот эту дверь. Рычаг. Нет, этот рычаг. Вот этот рычаг. А, он идет, что-то там открывает. Ладно, как открыть ворота? Вон там переключатель. Вот переключатель. Ой-ой-ой! А-а-а! А-а-а!
она на улице. Всем пока и всем удачи. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Адиос.